Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Продолжаем мы с того же места проходить киберпанк. Прошлый раз в конце отказались, уже и так много времени прошло, давай, зайдем. У меня тут немножко анимация сломалась. Я просто начал с того момента, как мы выдергивали из нее шнур, и там что-то... Руки у Ви немножко подвисли. Так, ну и чё? Вадя уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Дай посмотрю. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. А, мне надо с ней поговорить, как она себя чувствует. Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла, но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя, не реагирует на то, что ее окружает. Понятно. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Но пришлось. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Ой, ну какая милота, спасибо. А, почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого. Знаю, все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Ой, пойдем смотреть. Ты их уже видела? То есть ты их уже видела? Да. Пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Какая ты добренькая стала. Сколько их там? Сколько брейн-дансов тебе удалось выдрать? 2. Из них только один целый и понятный. Ну, понятно. Остальное... Ну, все в том же состоянии, показывай. Как и с Эвелин. Погоди, дай установлю параметры. Давай. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Куда мы с тобой пойдем? Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. А как ты себя чувствуешь? Хочу тебя кое-что. Мне очень нужна твоя помощь. Как ты себя чувствуешь? Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Прикоснуться. Чё у тебя в руке, блядь? Что это? Не, ну посмотри на неё. Встать. Пойдем пока. Посмотрим, что там за вирты и брейн-дансы. Куда? Сюда? А, то есть никакого удобного кресла, да? Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ну как есть, давай. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Давай. Качество так себе, но я сделала, что могла. Так себе оправдание. Могла бы получше сделать. По поводу чего? Как она туда попала или что? О чем сейчас будет идти речь-то? Я немножко потерял суть. Или что с ней произошло? Или что она спасти должна? Эй. Игра. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство. Стоп. А, мотать на Q. Можешь осмотреться, если хочешь. Могу. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. Она не лысая? Здесь что? О, алтарь, да? Я знаю, что это. Что это? И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься?
Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Ну, пока подождем. О, на там вот символ смотреть? Какой. Обратить внимание на устройства и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из Йирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафебори. Француженка. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. Это про кого? А если он сам вдруг начнет говорить о Биаче? Что там? Снеки всякие? Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. О, мы там бывали. Дальше. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними Вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. А, вон как. Остальное тебя не касается. Поняла? Конец записи. Отлично, думаю, на этом все. И какие-то они маленькие стали. Ой, бля, я скажу, что ты не прорисовался. Давай я с тобой поговорю, когда ты вернешься в нормальный облик. Кто та женщина? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Спасибо. Извини, Ви. Теперь ясно, да что случилось тобой? В облаках. Ты чё? Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, логично, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать Вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Ну да. Здесь есть еще одна запись. Давай смотреть. Да, конечно. Давай. У нас нет других вариантов. Меня уже ничто не удивит. Опять долгая загрузка. Вот про это я, кстати, посмотрел немножко. Я, конечно, не буду жаловаться на сильно на графен, так как народ с PS4. Oui, ага. Подожди, там это нужно. Подожди. Так. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? Есть. Погоди секунду. Ну. Надо узнать, о чем они говорят. Вот, давай вот это. Она говорила про Юринобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Есть такой чувак. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Давай. Загрузка языкового пакета. И учить ничего не надо. Не доставит нам проблем.
principal, vaše. En plus, c'est pis bon moyen. Ноги в полно рифсу Йоринобу. В окно прям часло. Йоринобу. Ну-ка. Мы там и коем же ави. Я не уверен, что Сильверхенд приведет нас к Альт. Ки Сильверхенд отменену директ су Альт. У Гиан пи бон иде? У тебя есть другие идеи? У Гиан пи бон иде? Тре бьен. Если ты закончил критиковать мои решения, иди поработай. Ребье, сегодня сидит испанс критики сам панс. Ай, континью эльфа трабаю. Конец записи. Это кто? Куин Мэтьюс. Гражданские. А больше вариантов-то нет никаких? А, ну все, по идее. Окей, Джуди, хватит. Ладно, отключаю. Типа они специально решили вызволить этого Джонни Сильверхенда. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Да, блять, вы заебали. Он же умер. Да, и вон стоит. 100 лет назад. 50. Ви, ты не знаешь? Знаю. Давай ей правду скажем. Помнишь, мы украли биочип. На нем была записана энграмма Сильверхенда. Прикинь. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Вот он стоит прямо рядом с тобой. Накуривает. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Чего тебе обдумывать? Ты что, как это? Как девочка-школьница. Минутку мне обдумать. Ты знаешь, как найти этих людей? Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Грубиян. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И скорее всего, сможет нам помочь. Сиди Project против сигарет, да? Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Ладно. Чё орать-то? Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Нет. А почему тебя это волнует? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. Да застрелил бы и все. Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Да я тоже вообще-то. Выйти из квартиры. Пойдем. Куда идем? А, вниз нужно. Llegaste hace poco? Зачем мне с ней разговаривать? Блять, а где выход-то? А, вот выход, да? Потерянный рай. Новое задание. Позвонить мистеру Хендесу. Так, подожди. Давай мы сначала... Мистер Хендс. Не звони мне со всякой ерундой, я говорю только по делу. Так, здесь что? Он хочет утолить жажду в источнике в ожидании твоего прибытия. Он укрывается в тени раскидистой вишни. Лис осторожен. Он покажется тогда, когда будет уверен, что вода не отравлена. Отъебись, псих. Это ты?
Начинающий наемник сразу видно. Это я, Такамура. Блядь, да подожди ты. Я пишу с одноразового телефона через безопасное подключение, но мне показалось, что будет лучше воспользоваться шифром, который я сам разработал. Я догадывался, что это будет выше твоего понимания. В смысле? Мы встретимся в доках на Channel Street в Джамптауне. Я приду туда ночью. Если за тобой не будут следить, я покажусь. Надеюсь, это понятно или все еще слишком сложно? Да ясно, Горо. До встречи. Я покажусь. Это тоже какой-то шифр. Вот так. А я не то, что ли, выбрал? Че я выбрал-то? Все правильно. До свидания. Ой. Здесь что? Кстати, Себастьян. Когда они шли, так это тачку хотят мне, да, продать? Зайди ко мне. Хорошо. Машина в продаже. Ой, какая страшная. Мне такая не нужна. Да, еще кое-что. Если вдруг решишь поглядеть на меня и поболтать, заходи в гости. Честно говоря, мне давно хочется лично с тобой познакомиться. Общество Бацмара. Скоро наступит столкновение. Это мы все слышали про конченых. Машина в продаже. Ой, опять какая-то страшная. Это фиксеры, да, которых мы ехали. Кстати, ты не сможешь... Да... Фред, тренер. Это неинтересно. Дакота, если захочешь поболтать, заезжай. Если не захочешь, все равно заезжай. Посидим, помолчим. Я всегда рад тебя видеть, брат. Ну, блядь, тоже какая-то странная тачка. Машин... Ох, это что, блядь, за выпердыш такой? Не заставляй себя долго ждать, Ви. Я иногда бываю очень нетерпеливо. И вы тут все, блядь, нетерпеливые. Машину в продаже. Кстати, если захочешь выпить, заходи в электрический оргазм. Для тебя наши двери всегда открыты. Ну да, это фиксеры. Мама Уэллс. Ви, нам надо поговорить. Возьми трубку, пожалуйста. Разбирала вещи Джеки и кое-что нашла. Думала, он бы хотел, чтобы это досталось тебе. Оставил у двери твоей квартиры. Это ключи от мотоцикла. Мистер Уэллс. Уважаемый мистер Ви, оставлю вас известность. В клинике, соответственно, с вашими указаниями. Понятно. Ваш автомобиль прибыл. Служба ожидается по указанному адресу. По какому? Адрес какой указан? Так, вроде все сообщеньки почитали. Ой, какая машина. Если бы она еще прорисовалась. Сменить вид можно? Нет, нельзя, потому что игра еще не... Бля, вообще, я еду на куске мыла. Ну, выйти. Давай, прогружайся. Блядь, да что с тобой не так-то? А как это я ехал, если они там внутри? Пошел вон отсюда, блядь. Денег нет. Ответить. Эй, с кем имею честь? Я Клэм, ты меня не помнишь? Нет. В баре работаю. По смерти. Вспомнил. У меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. А у меня тут проблема. Какая? Слушаю. Мне нужен пилот, рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж, изложу детали. Неплохо. И где этот твой гараж? В Аройо на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо. Постараюсь. Это где? А если тут что происходит? Если меня не будет, просто подожди. Я туда вернусь, как только смена в баре закончится. Ладно. Пока, Клэр. А это что за чувачки? Вы кто такие? Ой, блядь! А это... Бля, что с тобой игра? Алло, я достал другое оружие. Почему ты...
Пацаны явно что-то недоброе там замыслили. Что случилось? Я тут немножко занят. Я перезвоню. Да. Нам куда-то наверх надо. Да что, блядь? На чем мы остановились? Ты будешь говорить? Но с ним уже несколько часов нет связи. Так что либо копы свалили, либо... Можешь проверить, что там случилось? Буду очень благодарна. Может быть, попозже. Много заданий вы даете еще. Ну, я хочу поделать дополняшки. Так. Белые не берем. Пацаны, а вы тут что делали? А машина разбитая. Я вас зря убил, что ли? Потерянный рай. Давай выберем задание. Персонаж, журналы. Средний, высокий, королева автострад. Вот, давай по гонкам. Вроде согласились, тогда поехали. Машина у меня гоночная уже есть, все. Ё-моё, как её носит. Это из-за того, что дождь? Постараемся ее не поцарапать. Так я и не понял, где гараж. Но я опять же таки между сериями не играл, потому что я остановил на моменте, где вчера закончили. И чтобы не выходить, я не заходил в игру. Но звучит тачка мощно. В принципе, даже можно немножко разобраться с заносами. Сейчас в гоночке погоняем. Я, правда, не представляю, как гонять тут в гонке. У машин физики вообще ноль. Вот, пожалуйста, блядь, рвет из-под себя и ее несет. А зачем нам туда-то? Ну ладно, тебе видней. Глянь, на улицах вообще никого нет. Тихо, тихо. А что, какой-то криминальный район, или у меня улица просто не прорисовалась? Давай, 110, это что, мили или километры? Или вообще никого нет? Ой, ёб твою мать. А, у меня просто город не прорисовался. Конечно же. Поэтому и никого нет. Но самое главное, что... Ой, какая хорошая гладкая дорога. А мы куда-то туда ездили, где-то в пустошь прям, да? Да. Вообще не прикольно. Можно мне нарисовать хоть дорогу-то? Хорошо, хоть тачку-то видел. Но мне кажется, в этом есть свой определенный плюс. Нет машин на дорогах. Такое ощущение, что я по Бетти езжу. Хоть город немножко отрисовался.
точно на тюрьму похоже, не? Или это трек? Тут гараж, что ли? А, нет, тут какое-то задание, да? До гаража я немножко не доехал. А я что-то тачку бил-бил, она даже не помялась. Далеко-то. Надо пользоваться, короче, быстрым перемещением. Ну ее в сраку. Я бы на самом деле, если бы не почитал, не посмотрел, я бы подумал, что у меня что-то с компом не то. Где вход-то в твой гараж? Все, нашел. Первое наше дополнительное задание. Ну-ка, грязь. Ну-ка. Ты что-то ни хера не прорисовал. Ну, я в гараже. Джептаун. А. Да, надо подождать, пока машина над ней появится. Детка. Неплохая привет, игрушка. Твой. Неплохая игрушка. Вижу, ты разбираешься, и вкус у тебя хороший. Пощады не давать! Это зверь. Моя гордость. В холодильнике пиво будешь? Спасибо. Так что там за дело? Мне нужен пилот. Думаю, ты подойдешь. Пилот, это который рулит? Пилот? А ты, значит, будешь за штурмана? Не совсем. На этой гонке в экипаже пилот и стрелок. Ну, может, я лучше так стрелок? Ты хорошо стреляешь или плохо водишь? Я хорошо разбираюсь в моторах. И стрелять умею. Но раллист из меня никакой. А ты, как я понимаю, умеешь водить. Ну, типа, поучился немного. Не, это не для меня. Да давай ладно, погоняем, что нет-то. Я буду твоим пилотом. Короче, в гонке 4 этапа. Начинаем в центре. Потом этапы будут в пустошах, в Сан-Доминго и финал в Уотсоне. У меня своя машина. Так, ну-ка. А награда-то какая? Награду дают за первое место. Делим пополам. Устраивает? Да давай. Ну да, вполне. Когда старт? Сначала надо пройти несколько отборочных гонок. А требования? Нужно взять призовое место минимум в двух гонках. Встретимся в центре. Я тебе перешлю координаты. Услышишь рев прокачанных монстров, ты на месте. Увидимся. Что за говёный день? Квалификационный заезд надо закончить. Подождать, пока Клэр... А, подождать на следующий день. Хорошо. Ждать я умею. Давай тогда подождать. Давай прям сутки подождем. Слава богу, это происходит быстро. Все, подождали. Ты же мне написал уже? Сбой в работе биочипа. Реджина Джонс. Бля, какая интересная информация. Че не пишешь-то? Давай еще часок подождем. Подождать. Тебе что надо? Важно, чтобы было норм. Еще сутки подождем. Ой,
Я что заметил-то? Снаряжение. Нож меняем на... Нет, не на это, а вот на... Вот это. Бля, и загрузка еще идет. Надо бы все это попродавать. А тут есть какой-нибудь этот... Во! Вот это вот... Пощады не давать! Да не надо. Почтамат какой-нибудь можно? Бля, далековато почтамат. Ты будешь мне писать или что? Что такое было? Вот это вот. Ну-ка. Вот это вот что такое? А, совершить диверсию надо. Понятно. Ну давай вот сюда вот переместимся. Может, она напишет. Если не напишет, то поспим. Я уже, блин, думаю, что тут все сломано и ничего не работает. Ну, сейчас хотя бы одну гоночку посмотреть, а потом уже остальные их поучаствовать. Если это будет вообще возможно. Если игра загрузится, конечно. И мы перестанем пялить в черный экран. Не, ну а может, конечно, нет. Ну. Загрузка загрузилась. Теперь ждем, пока загрузка пройдет. Умное оружие снабжено системой наведения, которая позволяет снарядам фиксировать цель. Самым популярным клубом среди наемников и фиксеров была... Что-то, походу, дело никто... О, почтамат заодно. Походу, дело никто ничего не написал. А, давай тогда мы продадим. Блядь, да что ты будешь делать-то? Все ж было хорошо. Что началось-то? Пойдем поспим, короче. Да. Видимо, не поспим. Просто, просто я не вижу и не знаю, что продавать. Так, надо подождать, чтобы кто-нибудь из вас прогрузился. Давай, не разговаривает. Так, давай вот с ментами поговорим. Не, нельзя, я ушел, все. Че сразу это? Моя хата здесь. Так. Что это за шлем космонавта? Здесь работает что-нибудь? Бля, ни с чем не могу повзаимодействовать, ты понимаешь? Ну неужели? Квартира Ви, новая зона. Да ты чё, не может быть. Новей не было. Продаем это все, вот эти все пушки. Я оставлю только синие какие-нибудь фиолетовые. Чё я продал? Так, хорошо. Зеленые тоже продам. Нахер их. Их бы, наверное, конечно, лучше разбирать. Ты глянь, тут какая-то снайперская винтовка у нас фиолетовая. Я вот этот оставлю. Это что такое? А, это Ахиллес. Ахиллес я тогда тоже... Оставлю, разберу его, наверное, на составляющие. А это какая-то снайперка. Ну не, вместо пистолета неохота.
Давай тогда вот эти пойдем сбросим. Сделаем один раз. Ну, пару раз так. Вот так. Еще раз. Так. Вот это другой. Все, пар тысяч заработали. Так, нам... Клэр, наконец-то написала нам. Привет, Ви, есть координаты первой гонки. Повоняем жженой резиной под носом у корпоратов. Начнем в Виста Дель Рей, чтобы им там жизнь медом не казалась. Напиши, когда там будешь. Так точно. Пойдем, я сейчас все сброшу. Хранилище. Хранилище, я сброшу тебя. Тебя. И тебя. Пока снайперки не хочу. Это надо было продать. 200 мачете. 278, 282. А это... Щитомордник. Что это за херня такая? Ударное оружие. Тебя и тебя убираем, а ножи я сейчас продам. Одежда. Тридцать семь. Сорок три. Банковский жилет. Ладно, это я все продам. Блять, пацаны еще до сих пор, короче, не пришли в себя. А, давай тогда... Уличная обувь. Ну, она мне по стилю не подходит. Я, конечно, понимаю прекрасно... О, неплохо. Понимаю, что она больше. Это я продам сразу. А с тобой мы еще... Так тебя тоже продадим, а с тобой мы подумаем еще, что да как да почему. Здесь вроде бы все. Давай тогда... Мы можем туда переместиться? Ну давай, ты сможешь. А куда нам? Добраться до старта гонки. А где он проходит? Сколько метров-то? 50 метров? То есть так, да? Ну, погнали в лифт тогда. Так, нам вниз. Отошел. Да не было такой жести. Я, конечно, могу немножко свалить на то, что у меня на канал видео загружается. Но что-то вряд ли это сильно влияет. Вызвать лифт? Надо, наверное, все-таки персонаж. Не, пока не могу посмотреть, как ты видишь. Надо все-таки инженерное дело немножко качнуть, чтобы разбирать предметы. Ультрапрочная бейсболка. Она мне нахуя? Вот что она мне светит? Скажите мне. Выход. Девяносто шесть. Надо бы побольше за это всяких штук. Пистолет. И тоже похожее на дробовик. А ну-ка, Т. Клэр. Что ты написал, Клэр? Мы не можем посмотреть, что написал Клэр. Потому что надписи не отражаются. Блядь, вообще прям мне это выбивать уже начало. Это ты перемещалка? Нет, ты автомат с этим. Так, как бы тебя отсюда выкинуть-то?
Поедем на автомобиле. Менять вид? Не могу менять вид, поедем от первого лица. Терпеть не могу в играх ездить от первого лица, потому что вообще ничего не понятно. А куда сворачивать? Да, все вижу. Спасибо. Сегодня у нас багнутая серия. Да не то чтобы прям бесит. Хочешь что-нибудь сделать, а ничего не получается сделать. Так, теперь звук от ударов машин пропал. Гонка в городском центре. Блин, та тачка была побыстрее, которую мы бросили. Но если в гонке город будет не прорисован, будет проще. Видишь, где звук, куда делся? Не мне, наверное, да, говорить о том, что рановато они выпустили эту игру. Это, конечно... Ну вот, мне, в принципе, нравится. И... Кроме того, что, блядь, город не прорисовывается. Что, блядь, происходит? Я еду опять один по карте. Ну вон, редкие машины стали появляться. Нет звука от удара. Есть только звук от мотора. Интересно, когда выйдет какое-нибудь дополнение, которое пофиксит эту всю историю. Я хотел погрешить на видеокарту, конечно же. Ну, естественно, на более мощных видеокартах. Она лучше идет, но, как оказалось, на более мощных видеокартах такая же херня с прорисовкой. Позвонить Клэр. Позвонить. Да. Наверное, нужно подождать, пока здесь прорисуется город. Блять, куда машины делись? Я бежал тебя украсть. Почему как в Vice City ты поворачиваешь спиной, и они исчезают? Здесь, наверное, тачки другие стоят. Их просто нет. Вот. Неплохо. Я... Ты чё, блять? А, меня сбила машина, да? Давай еще раз попробуем звякнуть Клэр. Во! Вот эта тачка. Быстрая, которая. Выйдем из машины. Подождем, пока прорисуется машина. Чего, блин? Клэр? Что, Клэр? Клэр, ты где? Я уже на месте. Пошел вон отсюда. Отлично, подожди минуту, скоро буду. А, хорошо, жду. Так, давай еще раз. На какой машине едем? На твоей. Окей, зверь уже рвется в бой. Скоро буду. До встречи. А я тут по эту побыстрее тачку. Побыстрее тачку взял. Ну ладно, твоей так на твоей. Сесть на скамейку. Да, надо было подождать, пока город прорисуется. Ну мы как бы попроходим гонку. Ну что, просто так все это мучились, смотрели, ждали?
обещала не звонить. Нет, теперь это твоя проблема. Чё? Ага. Эй! И что? Я кучу Эдди поставил на нашу победу. Проигрыш невозможен, ясно? Гляди-ка, Сэмпсон. Свежее мясо. Вижу. Было бы неприятно продуть новичку. Да не смеши меня. На первом же повороте сойдет. А можешь вас расстрелять прям здесь всех прям. Так. А ты чё тут в стороне стоишь? Мы поедем? Привет, Ви. Рада тебя видеть. Я тоже. У меня кепка справа зависла. Окопы на это смотрят сквозь пальцы? О них не волнуйся. Увесистая стопка Эдди полностью заслоняет им обзор. Ну да, с Эдди любую проблему решать проще. Угу. Дашь совет перед стартом? Ты знай, держи тапку на газу. А мое дело — отшивать любопытных. Ну поехали тогда. На этой гонке победу приносит скорость, а не огневая мощь. Окей, не буду тормозить. А, держи щепку. А, зачем? Зачем она? Маршрут тебе покажет. Без нее не будешь знать, куда ехать. Добро. Давай. Надо проехать через все контрольные точки, иначе дисквалификация. Если хочешь, можешь погулять, пока я в машине посижу. Не-не. Старт. Вся инфа на щепке. Сесть в машину. Пойдем сядем в машину. Надоело. Ебать, тут тачки. Сесть. Принимаем последние ставки! Не упустите свой шанс! Первая гонка на выбывание! Все готовы? Да, нет, у меня напарница не села. Если кто-то хочет сойти, а поздняк метаться, пристегните ремни, помолитесь кто кому и готовьтесь глотать пыль! Ничего себе она ревет. А есть какой-нибудь этот... Там заклись азота. Ты будешь стрелять-то? Гляди в оба, сзади, похоже, идут на таран. Пусть идут. Ну, удачи им. Мы на танке на таком, бля, едем. А как этого-то догнать? Догнали почти. У него тачка побыстрее. Что? Что это за стена, блядь, была? Алло. Давай. Как? Впереди крутой поворот. Держись. Как это так? Я его должен, блядь, было снести. Почему я на него заехал-то? Ой, контрольная точка 10.31. Ну, мы сейчас его где-нибудь на подвороте. На повороте где-нибудь подловим. Вот типа тут. Вот и все, мы первые. Пошел вон. Да. Не, ну а эта машина неплохо управляется. В принципе, газульку отпускаешь и поворачиваешь, и все хорошо. Шестнадцать. Повороты просто неожиданно появляются. Я... Впереди крутой поворот! Понятно. Держись! Главное, чтобы стен не возникало по ходу событий. Ай-яй-яй-яй. Ну, мне кажется, пока что, как сказать-то, игра пока не про гонки. А может и совсем не про гонки. Это... чем сравнить-то? С гонкой в мафии? Ну нет. Гляди в оба, сзади, похоже, идут на таран. Понятно. Ну удачи им. Ты просто заскриптованную херню несешь? Там нет никого. Да я тебе говорю, у нас плюс. В том, что... город не прорисовался, и мы едем. Без всяких преград и помех.
Хорошо, плюс-минус. Еще последний остался, финишный. Можно мне другой вид, пожалуйста? Финиш, 30 метров. Все, выйти могу. Я не финишировать, я понял. Остаться на финишной черте. Ага, я понял. Мы выиграли, но нужно сначала подождать, пока опять город появится. Наши победители! Виклер! Нет, вы это видели? Да. Мы выиграли! Первое место! Прикинь! А ты сомневалась? Матрешка. Долбануться! Первое место! Не то чтобы я сомневалась, но это же... Это первое место, я понял. Задержимся немного на финише, на всякий случай. Ладно. Долго задержу. А, все. В чем проблема? Вот тачка, вот это вот. На R8, наверное, похоже, да? Или R10, я не помню как. Поговорить. Ну, говорить можешь? Я могу. Ты участвуешь в гонке каждый год? Ты участвуешь? Это четвертый раз. Самый первый мы выиграли. После такого нельзя бросить. Подсаживаешься. Ну, вот такое себе. А какая разница? Зачем тебе гонки? Из-за денег? Или ради победы и славы? Уж очень ты серьезно к этому относишься. А ты не любишь побеждать? Зависит от награды, да люблю. Главное, дорога, а не цель. Да люблю. Конечно, кто не любит? Вот видишь, у нас есть что-то общее. Ну, я бы не сказал. А еще я люблю доводить дело до конца, так что давай выиграем эти чертовы гонки. Давай. Да, давай. Согласен. Подбросить тебя до гаража? Давай. Да, давай. Ну, поехали. А я вообще-то сам умею рулить. Блин, а у чувака вообще лобовухи нет, ты глянь. И как же ты водил? Вслепую, что ли? Так, садиться. Сесть. Поехали. Мы будем разговаривать? А, понятно. Тут все серьезно, какие нахуй разговоры. Может, все-таки я лучше поведу? Это, а где кнопка пропустить столь интересную поездку? F, C. В общем-то, давай... Блядь, столбы падают. Давай, короче, на этом закончим. Я сейчас перезайду в игру и следом еще одну серию буду записывать. На этом мы тут заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.